Лауреат государственной премии, художественный руководитель театра Пушкинская школа Владимир Эммануилович Резатор. Я хочу поблагодарить всех, кто приложил или поднял руку по поводу моего сегодняшнего выхода на эту сцену. И хочу поблагодарить всех своих учеников, которые составляют ядро и будущее театра «Пушкинская школа» при Государственном Пушкинском театральном центре в Санкт-Петербурге. Благодарность я позволю себе прочесть из последней книжки, из, надеюсь, не последней, одно стихотворение. С каждой строчкой в рассрочку я за временем не поспевал. Жил-добыл в одиночку, без громких опал и похвал. Говорю о стихах, потому что актерский доспех защищал не за страх, а за совесть от прочих утех. Ах, эстрада, эстрада, я помню твою благодать, ты как плаха бывала мне рада, чего уж скрывать. Черный свитер, рапира, достиранный воротничок — это Гамлет Шекспира, а не оторопь собственных строк. Это позднее слово тебе одному и тайком. Принц появится снова моим выросшим учеником. Но в последнее время, в эпоху последних времен, то, что иго и бремя все ближе, чем битва и звон, потому что из морока быта, из мрака стыда, мой двойник неизбытый выходит шептать иногда. И в забытой тетради откроет четыре строки. И сидишь, как в засаде, вот новости черновики. Наконец, у каждой церемонии должен быть